Там 4 комнаты показывается. Ну вот и все, как бы. Так, а че не все зашли-то? Я зашел. Ага. Еще один вроде. Все. Не, нормально сыграли. Правда, Вова бы не нашел бы, не репортнул трубу. Да, я ебнул Алину, ебнул сразу второго, я подумал обыграть стой кью-муф и спеть на лагоду. Я понял, что ты не видел. Убежать. Можно было молчать, в принципе, и тогда бы, блядь, все норм было. Было бы сложнее. Да. Тогда бы я зарепортил просто и все. Ну, и было бы сложнее поверить, что это ты, блядь. Мы так не узнали бы трейтера, блядь. Да, поэтому. Ой, все. Блядь. Мать ебал, ебаный в рот. Как же мне везет в начале раунда умереть. Это просто пиздец. А, Вова! Да, на удар. Подождите, я не успела добежать. Я с Алиной был в комнате управления, ты ладно? Да, я сразу встал. Я же сразу нашли. Точно не Алина, точно не я. Я вряд ли. Кто-то со мной был на стрельбе. Кто-то со мной на стрельбе был. Кто это? Я, Антох. Я мимо пробегала. Я в реакторе 1, 2, 3 вожу. Так, а давайте разберемся. Я был, значит, смотри, я... Может, так, давай, Алина, Хесус, вычеркиваем. Может быть, а я зарепортил. Подожди, я зарепортил труп. Может, я начну, блять, вы не дайте мне даже сказать, где он был. Давай. Я пошел наверх и бросил мусор, там был еще Вася с кем-то. Я пошел вниз, сразу труп смотрю на О2, мне там задание О2 выполнить. Я сразу его зарепортил. Все, и там еще кто-то ко мне забежал справа. По-моему, Лёлик или я. Хорошо, забежала, допустим, да? Мы тебя вычеркнем. Да. Тогда получается, не Хесус, нет, не Дулрок, не Алина, Вася не нет. Я. Вася нет, не, Вася, остается Лагода, Ломака и... Я слева в реакторе так... циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Я не знаю, блядь. Я вводнилась с серым и с Васей, получается. Так а сейчас никого не кикнут, потому что... Я даже не успела на трупы бежать. Ну так вот, у нас нет. Нет, просто если мы все были рядом друг с другом, мы можем как-то. Это было бы проще. Не забывайте, что, возможно, саморепорт. Куда вы... Да, саморепорт, Лёлик бы, блядь, успел бы меня заметить, правда, ну ладно. Ну мало ли. А я не успела, а я не заспела. Так, Лёлик, я забежал, ты сразу за мной забегаешь и репорчу труп, блядь. Как бы я увидела только кусочек Вовы, и все. У нас завтра будет заезд на рулях и VR-ах опять. А там больше нету, там только кусочек валяется. Да, там остается половинка. Нет, я имею в виду, я даже не полностью тело увидела. То есть я Мишу даже априори не могла увидеть. Потому что я всего Вову даже не увидела. А, я один остался, окей. Хесус, завтра мы идем на рулях играть. Я. Да. Так, Хесус, на день рождения. У меня дыры, да. С днем рождения. С днем рождения. Блядь, это блядь, спасибо. Блядь. Ой, блядь, как же пиздец. Ну, сука, я либо, блядь, сосу хуй, либо, блядь, я умираю в первом раунде, прям вот, ну, в самом первом. Я не знаю, что меня так не любят, блядь. Так, ну тогда получается... Вова, не слави бан ПЖ. Да не славлю. За что я должен бантас? А, ты типа подписался, все, понял. Ну раз ты подписался, бана не будет. Не планирую. Кто второй, блядь, мне интересно? Мне кажется, Лагода, что-то он неуверенно как-то пиздел. О, твист, спасибо. А что ты это на транслите пишешь? Так, все, заполнил, блядь, канистру. Опа, ёбнул. Это Хесус, блядь. Нормальная тема. А, нет, стоп. Кто? В электрике труп валялся. В электрике был Миша последний раз. Мы с Антохой... Ну так я убежал оттуда, выполнил три задания. Да, мы точно. Потом я забыл, что у меня отключилось. Да, я с тобой был, да. Я типа, я пробегал мимо, в электрик пошел, получается... Мисс Лена, блядь. Мисс Лена еще задонатила 150 рублей, блядь. Вы представляете, кто это вообще? Херни, потом соединил электричество и повернул эту фиговину. Потом убежал оттуда... И все, нифига себе, живой еще, блядь. Вал, да, встретить. Подожди, смысле, Мислена, а как добрый вечер. Ты там долго Миброс, ну че, пойдешь Мисс Лену, блядь? Так, я сказал, что я блядь, выполнил слышишь, три задания Балтику, девятку, блядь, нормально? Они быстро делаются. Три задания, я же говорю, провернуть. Никого не было. Больше там никого не было. Да, так я выбежал. Ты откуда выбежал? Я пришел справа, где щиты. Ну так, а я вышел, пошел налево. И был репорт. Я либо пропустил этот момент, ну, потому что никто не выходил. Ну я никого не видел. И, по сути, кто-то мог справа забежать, либо через винты кто-то мог выпрыгнуть и убить Хесуса. А, ну да, там же винты в углу.
Слушай, я ушел влево. Можно, кстати, я побежал даже на реакторе, я в реакторе еще не был, здание выполнял. Ну, типа ты был и Ломака там. Не, я не был. Ломака это, Ломака я там в электрик вообще не забегал. Я была с Васей, и с Андрошей в комнате. А есть у злого как связаться с ним? Блин? Если никого никто не видел, соответственно, логически через венты кто-то выпрыгнул и уебал его. Ну, либо ты зарезал Хесуса. Да я не убивал, я убежал налево. Блять, меня вообще не было в тех местах, где людей убивали, подозрительно перемещался. Не-не, Вася, Вася точно нет, Вася точно нет, мы с ним параллельно все делали. Ну вот я говорю, просто Силажик забегает в электрик один, я убегаю дальше. Я сделал три задания, ушел оттуда, блять, влево. Знаешь, почему влево я ушел? Так, давайте методом исключения. Мы с Антохой точно нет. Кто, блять, подозрительный? Короче, мне кажется, что это либо Лагода, либо Силажик, точно. Человеку 27 лет, напомню. Вот кто еще? Ломака, ну, либо Ломака, молчит, либо Лёлик. А о чем мне говорить? Силажик, Ломака под подозрением. Я за Ольгой после, потому что пробежал, я её вообще не видела. Пробежал, залил бензин. Я мимо тебя бежал. Разве? Потом вверх побежал, никого не увидел. Подозрение Силажик, Ломака. Я бы не успел убить. Так что... Блять, надо бы злого. А у злого VR есть? У него же был VR вроде. Да, блять, у него был VR, вот я поэтому и говорю, надо бы это. Так, ладно, там пока, блядь, что-то делается. Ходите за кофе, блядь. Тын-тын-тын-тын-тын. Щиты, ёб твою мать, какие-то тут снизу еще оказывается, ну-ка. Сейчас, блядь, тут ёбнут кого-то, чувствую. Нет. Не ёбнут пока что. Повезло, повезло. Персик Биба, спасибо. Чек мне чат. Что, зачем мне чат чекать, блядь? Мне злого бы достать как-то. Чтобы прям нормально было. Блять, сколько я буду эти двигатели заправлять? Так, свет вырубили. Кто-то там потеет, слышите? По ударам клавы. Такая легкая была. Какая неожиданность. Как неожиданно. Какая неожиданность. А я ведь говорил, да, да. Саморепорт от Силажика. Так говорю, Силажик, Ломака. Это слушай, не саморепорт. Только ты проебался, блядь, ёбаный ты, сука, майнгеймсер, блядь, на Хесусе. Я не убивал никого. Ты майонез ёбаный, ты чё? Я никого не убивал. Майонез, блядь. Ну ты же зарепортил. Знаете, в чём прикол? Меня Ломака в первую секунду положил, блядь. И в Ломака убил. У меня только кнопка от... У меня больше выхода не было, ты понимаешь, как репортить? Ломака, он просто за Олей крался, мне больше нравится логика Антоши. Такой, я говорю, типа, Силажик. Давайте, Реди. Смотрел на Ломака, потому что он закрывает. Логика. Сейчас, логика Антона. Он на меня не вкидывал вообще. Ну, я зайди. Говорю, логика Антона. Говорю, этот Силажик забегает в электрик, в электрике труп Хесуса. Этот самый Силажик. Давай это. Я это был с Хесусом. И только такой, да, Лагода. О, я импостер. Я говорил, что это либо он, либо... Все, похуй, они заебали, блядь, пиздеть. О, я член экипажа. Так, надо не умереть. Сейчас будет Mind Games, чуваки, погнали. Нужно определиться, с кем я буду бегать. Ломака я бегать не хочу. Сука ебаная, блядь. Хотя вроде что-то делает. Сука ебаная, блядь, я в ахуе! Бля, на Алину сейчас пихнут. О, пизда, на Алину попиздят сейчас. И что это было? Только бля, вы попали Вову, бля. Стой. Я его рот ебал, блядь, кого меня убил, блядь. Вася, подожди. Холок, кто был с вами там справа в административке, точнее по центру?
Алина. Алина была бегала. А мы с кораблем. Нет, стой. Просто прикол в том, что я захожу туда, резко Алина разворачивается направо и репортится труп. Там их только двое. Я зарепортила труп. Это Оля зарепортила, а я просто затупила. У меня загорелось, но я не нажала. Я Валину могу вкинуть. Я могу Валину вкинуть в том, что когда загрузка файлов шла, она стояла там секунд 5, я подошел, быстро выполнил эту самую загрузку, отошел, она все еще там стояла. Ну я говорю, я захожу. Я нажала, как оно было, так Лёля, Лёля. Я пошла проводить карточку, даже сразу труп не заметила. У меня засветилась кнопка такая, так. Ну это кто-то, это кто-то из вас, потому что я захожу миссию выполнять, и там, блядь, вас двое труп, блядь. Ну типа, что? Кто-то из вас? Ну, и это было я хотела карточку. Сейчас у Ликса узнаю пока что. Да, бойкикаем или что? А кто это тогда был? Алина файлы грузила в раз 10. Дольше. Да это не я. Ну блин, я потому что я тупая, я не могу. Я нажимаю, оно так, а чё, при чём тут тупая? Там же файл автоматически грузится. Да, там просто кнопка. Я сначала нажать и всё. Я могу объяснить. Я сначала заспавнилась в этой комнате большой. Я сначала одни файлы сделала, потом я пошла вниз делать вторые файлы. Иду вправо, и у меня загорелась кнопка. Я просто не знаю, подожди. Опять молчит, сука. Где труп был. Я иду ну почему труп? Нахуй непонятно, что Ломака молчит, блять, он трейтер. Я говорю, что труп лежал. Подожди, труп лежал по дороге к выполнению задания с этой карточкой. Соответственно, вы бы прошли по этому трупу вдвоем. Нет, он был правее от того, как я выполнял, потому что он загорелся. Так я зашел, да. Правее, да. Миша и Ломака, я его даже не заметил сначала. Я тоже не заметил. О, твой, здорово, блядь. Пиздец, как с вами играть? Нет, я говорю. Короче. Блин, вы издеваетесь? Я только по кнопке поняла. Так а как, если вы не замечаете труп, на кого голосовать, в кого? Да, Миш, блядь, я там как-нибудь это, скрин тебе пришлю. Злой, нужен VR и нужен руль. Трупом все, реплей. Завтра, к 7, ну к 8. Ты как, в деле или нет? И нужно скачать Dirt 2.0. Что он ответил? В деле? Заебись, блять. Фух, плюс один нашелся, ебать. Ликс будет, я буду. И ты будешь. Заебись, все хорошо. Только ты Dirt 2.0 сразу скачивай, там 100 гигов, блять. Чтобы быть готовым уже. Разъеб устроим, блять. А Гвин? А, и Гвин еще, ебать, точно. Но он что-то написал во сколько и что-то там пасту выписал. А, он ничего не ответил. Ну и Гвин еще по идее, но я не хочу обещать. Грязюка, в натуре грязюка будет, блядь. Качай, короче, вот. Завтра тоже пораньше приеду, чтобы, блядь, проверить. У меня что-то с проводом от SSD, блядь. Я скачал, если что, ее. Будет бодро, я думаю. Бля, прикиньте, в ралли. Я посмотрел, там вроде бы был мультиплеер. Но если чё, я сообщу тебе. Валер. Сообщу как тебе, типа, чё, какая игра. В я камеры, думаю, Dirt 2.0 прикольный. Если я был в камерах, тебя там не было, потом возвращаясь, ты уже я на камере стоишь. Я в камерах стоял. Тебя не было на камерах? Тебя не было. Ты выбежал снизу, ты винтак выпрыгнул? А в камерах нет винты? Подожди, помнишь, ребят, ты стоял? С кем мы сейчас чинили, стояли? Я рассказываю. Дай договорю. Времени дохуя, подожди. Я, короче, побежал, я выполнил задание, потом побежал налево, захожу, короче, на камерах никого нет. Потому что Тоха снизу наверх прибежал, думаю, может там где-то труп, пойду загляну. На камеру никого нет. Влево быстро забег. Так он, блядь, снизу бежал. Бля, вот, ну это просто вам. Я смотрел, как ты влево-вправо бегал. Тоже видел. Как ты смотрел? Тебя не было тогда, никого на камерах не стояло. Нет, на камерах я стоял. Не было никого на камерах, они даже не светились. Смотри, я выполнил два задания в электрике, побежал на камере. В электриках был папочка, был Т2. И все вроде бы. Я очень странно чинил свет. Я тоже чинил свет. Я был на камерах. Когда вы чинили свет, я сразу побежал на кнопку. Твои вкиды. Это не вкиды. Это не вкиды. Окрасняют? Ну то есть окрасный игрок. Ой, что там? Понял, Валер. Тем не менее, никого не пишет специальный.
специально бежать, жать на кнопку, я бы такого не ожидал. Миш вообще так не любит делать. Так, типа, так я такого не делаю, потому что я забежал к Лёле, она вполне забегаю направо, там уже Валера снизу вверх откуда-то. Я там был изначально. В Кит Бутовский. Либо я долбоёб, что-то не заметил, либо я просто прав, блядь, 100%. Я стоял на камерах, я Валеру, если честно, не видел. Наверх. Я не знаю, короче, это Валера, мое мнение. Как ты меня мог не видеть, если мы с тобой... Нет. Почему опять пиздит Миша, блядь? Как ты мог не видеть, если мы с тобой пересеклись в электрике? Ну это ж два, типа... Блять, один вкидывает, другой, блять, ну вот я, блядь. Короче, моя теория, то, что он выпрыгнул из винтов, побежал на камеры, потому что там никого не было. Я слева быстро забегаю направо, он уже на камеры встает, бежит. А до этого камеры не светились, он говорит, что он был на камере. Присмотритесь к Васе Силажику, я хуй знаю. Согласен, кикайте меня, блять, красного игрока. Ты сам подтвердил то, что я красный, Валера, ты оговорился, блять. Нет, типа, как меня Вася мог не видеть, если я там с ним бегал? Тоха даже видел. Ты забежал тогда в свет, когда я выполнял задание, уже выбегал. Все. Мы уже начали, да. Бля, я забываю, что можно на Е нажимать, это вообще пиздец. Я очень много... Пиздец, я так хочу поиграть, блядь, за мирного, дойти до лейта, но у меня не получается просто. Я, блядь, ну, я думаю, ломака же второй раз не будет, блядь. Нет, блядь, будет нахуй, и третий раз будет, блядь. Вот так бесит эта хуйня вообще. С рандомом великим, блядь. На них и тех же людей, блядь. Третий раз пойду, третий раз меня ёбнет. Я вообще сгорю, я, блядь, скажу, все, сука ебаная, блядь, это ломака, нахуй. Заебал третий раз подряд, блядь. Отвечаю, так и сделаю. Рандомчик пишет, ты скажи кому-то этим постер, я сделаю все. Да ты, блядь, не работаешь, все, забей. Наёбка, блядь, для уёбка. Прям лютая. Вов, зачем ты чужие игры смотришь? Тебе что, интересно? Бля, парни, ну не смешно, блядь, ну... Чё, виноват, блядь, что, сука, один и тот же человек, блядь, постоянно? Блядь, вы задание выполняете, выполните, блядь, задание, мёртвый, ёбаный в рот, нахуй. Пиздец какой-то, блядь, сейчас... Опа, уёбнул. О, всё, габелло, блядь. Хуя, на два трупа, блядь, в электрике. Втопите Васю, был... Вася. Чего? Вася. Ты... Вася, а? чего? Кто камеру? Ты охуел? Кто на камерах? А чё, Вася, подожди. А смотри, короче. Объясняю. Так, тихо, Вася, подожди, солнышко. Давай. Вы... Охуешь? Блядь, я с тобой стоял. Нет, да. Закрываются передо мной двери. Выключается свет, я бегу до камер. И Вася ко мне подбегает, и он так стоит и не уходит. Так я, блядь, я тебя жду, чтобы ты со мной побежал, блядь, чтобы, блядь. Я начинаю бежать через верх, через главный. А я видел, как Вася вроде выполнял задание. Я начал бежать через главный. Я это и делал. И встретил тебя уже внизу стоявшего. Я вниз спускаюсь на складу. Там двери передо мной закрываются. Бегу наверх, вижу тебя. Мотаюсь там перед тобой, блядь, чтобы потом хуяк свет гаснет. Я бегу обратно, нахуй. Так просто прикол в том, что ты убегал вниз. Передо мной закрывается дверь, и ты бежишь наверх ко мне. У меня тоже, блядь, внизу дверь была закрыта, алло, блядь. Ну я и выключается видел свет сразу же на камерах. Ну и что в итоге-то, блядь? Блядь, с одной стороны странно то, что Валера так активизировался, и Тимур... Я не активизировался, потому что я его увидел, я его увидел у канистры, потому что... Валер, ты вообще по камерам, где ты, когда я вот на камеры смотрел, где ты стоял, блядь, откуда это? Бля, камера? Как же они бесят, блядь, это такой пиздец, мне прям хочется сказать, вы такие ебанаты, блядь. Я потом побежал наверх, через верх побежал через главную и вниз к канистре. Так свет же надо было активировать. Ну, я бежал к канистре, что... Да я через верх побежал, потому что там дверь открылась, я побежал туда. У тебя так горит, вы такие тупые, блядь, все. Я говорю, это Вася... Тихо, умный. И Силажик, это главные мои подозреваемые, потому что я говорю, а может, блядь, это ты? Почему? Нет, это не я, потому что сперва за меня затопил Силажик, теперь за меня затопил. Да, потому что ты из ниоткуда появился. Я затопил, это ты в меня начал топить, блядь, я просто оправдываюсь. Я не знаю, я вкинул. Короче, с проебом всех, ребят. Ну давай, окей, Вася выполнял одно задание. Кикай меня, проеб. Не, я пока вообще не знаю, кого кикать. Охуенно. Тогда мы уже проебали. Сейчас может, 2 килла. У нас, скорее всего, можете просто 2 килла делать. Да я все задания сделал уже давно, блядь. Я тоже сделал, давайте я побегаю с кем-то. Да, давайте. Давайте я побегаю с кем-то, ебать, ор вообще, блядь. Давайте я побегаю с кем-то, блядь. Ой, пиздец. Сейчас в толпе ёбнет, смотрите.
Одного убить осталось. Но одного, наверное, трейтера выгнали или не выгоняли никого. Ну, Мака, блядь, не может ёбнуть нахуй. Что в ВК у тебя есть? Будут изменения? Пиши. Окей, вообще пушка. Ломака задание сделал, блядь, не делая ни одного. Вот это, блядь, успех. Сейчас выиграют, скорее всего. Либо кто-то разделится, будто ошибка. Блядь, все, пиздец. Ебать. Вася, так долго я тебя... Бля, я в таком ахуе, типа, лагода. Я просто в ахуе. Ну, почерк Ломака, блядь, просто каждый раз. У меня так жопа сгорела. Сука, если ты третий раз выпадешь, я тебя заруиню сразу, блядь. Бля, все, я уже заебался. А кто задание ты не сделал, сука? Я не знаю. А знаете, я выполнился. Валер, я тебя хуярить не хотел, честно, блядь. У меня дверь внизу реально закрылась. Говорю, передо мной дверь закрывается, выключается свет, и Вася за мной бежит снизу вверх, блядь. А и, кто и все такие, делал? Я не знаю, блядь. Алин, блядь, Алин, ты порушила стол, к сожалению. Блядь. Прям пиздец. Ты меня затулил с самого начала, блядь. Потому что ты зажала, встала и себя убила, и не нажала на кнопку, и просто хуй забила. Я не откуда, я там и сидел на камере. Не было, там не было, блядь, не пизди. Я сделала задание, и только его закрываю, и уже... Репортит, нет, кнопку нет, прозевала нет. Просто. Да. Как вы проебали того, кто убил? Я вот... Алин, как... Задание выполняйте поактивнее, всё. Я выполняла всё. Надо активнее, я уже давным-давно всё выполнил. Кто... Так, блядь. Я член экипажа. Сейчас будет 180 IQ Games, блядь. В рот я ебал этого Ломаку конченого, блядь. В пизду, буду с кучей, блядь, людей ходить. Сука, он нихуя не делает, блядь, алло. Он же опять, сука, ходит, блядь. Просто ходит, блядь. Чё ты ходишь-то, сука, ебана? Ничего не выпало. Чё ты ходишь-то, блядь, просто так, нахуй? Ничего не делает, блядь, я в ахуе вообще. Бля, опять ёбнет меня, я нахуй солью его, блядь. Так, вроде бы живу. Хотя вроде бы просто проверяет. А, блядь. Один, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. Блядь. Чё он за мной бегает, блядь? Как там увидел на навигации? Кто не дал мне пимпочки выполнить, я от того, блядь, жопу трашу. Так, вот ну, это, а ты тоже в реакторе стоишь, пим-пим это делаешь? Да. Где комната управления, я... Где комната управления, нашел труп. Я не хочу вкидывать, Меня заебал Ломака всю катку бегать и нихуя не делать. Ни одного задания, блядь, не сделал, просто бегает за мной. Да, вообще, блядь. Ой, бегаю, вот. Чел мы просто делали... за мной бегает. Выгоним тогда, чтобы задание мы выполнили. Делали с Антошей почти одно и то же. Ой, это навигация, да, это навигация. Антон, я видел, я тоже пересекались. И при этом никого не видел там. Где труп нашли? Мы, по-моему, Алин стреляли. В навигации, справа, вот это вот. Которая... Там, а, я вообще с левой стороны был. Причем, кстати, под камерой прям, под камерой. Это не Хесус. Сразу скажу. Может, это не ты и не я? Уёбок, ты можешь просто сидеть до лейта дождаться, а потом ёбнуть, блядь, типа, ну, честно.
Ты нихуя задание не сделал с самого начала раунда, вообще. У меня уже почти все задания выполнены. Я тоже почти. Я половину выполнил, блядь. Этот нахуй бегает, просто смотрит за мной, блядь. Мне еще в медицину надо зайти. Там как ебаная ракета летает с карты в карту. Ну смотри, слева я видел в комнате с собой. Короче, Тоха стоял на камерах. Тох, поговори, Вася, пожалуйста. Вася Лага. Да, Миш, можешь просто вот помолчать, камеру, дружочек? Просто помолчи. Пирожочек? Пирожочек, помолчи просто, да. Вот. Ты просто пиздишь все три катки, нахуй. Можно других людей послушать? Тох, что ты делаешь? Имею право. Да, я прибежал на саботаж, увидел то, что вы уже его решили, встал на камеру, увидел, на камере лежит кусок мяса и побежал туда. Но его Хесус зарепортил раньше уже. Кого на саботаж? Что я еще скажу? Был я, Вова, Вася. Я первую руку ставил на саботаж. Я внизу первый ставил. Хесуса не было, это мальбор, наверное. Я сижу пимпочки ебашу, блядь. Ну это вряд ли Хесус, только если он не нашел труп другого. А кто коричневый? Это Алина? Почему я не слышу, она не говорит? Может это Алина? Я сказала, что это задание делал вместе с Антоном почти одинаково. Что? Вместе с Антоном. С кем? Кто? Джоин? С Антоном. С Антоном. Так, короче, блядь, сейчас нихуя непонятно, ничего сделать нельзя с этим. Но тогда надо просто, блядь, бегать, дальше существовать. Ломака может, в принципе, сменить почерк, блядь, и в конечном итоге просто меня ёбнуть. Я, сука, ему не верю. Чел, блядь, просто третий раз может, блядь. Урод, блядь, я не успел до выполнить, суки, мрази, блядь. Я, короче, чуваки, просто ради прикола, блядь, выкиньте это уёбище, оно нихуя не делает, блядь. Ломаки. Оно меня напрягает, блядь, я просто, оно меня напрягает, честно. Ради прикола, блядь. Кто? Ломак, слушай, ты отправляешься в открытый безлюдный космос, как бы, друг. Вы чё, реально меня? Конечно. Ну ты заебал, честно, блядь. Нехую так вот рухнуть. Вов, ты такой балбес, честно тебе говорю. Выполни задание. А теперь кто первый вкинул, блядь, Лагода нахуй, значит ты по подозрениям. Пошел ты нахуй, Вови, блядь. Да, брат. Угу. Тут нету, блядь, задания, где он стоит сейчас. А, ебать провисло, заебись, да? Да, блядь. Да блять! Чё за хуйня, блять? Ладно, уже бы ёбнул. Пизду, не буду здесь задание выполнять, блядь. Так, отдельно бежал зеленый. Зеленый это кто? Что ты, блядь, не репортишь, нахуй? Давайте, сливайте его. Я нашел труп справа от склада. Ну, там вот эта комнатка. Справа от склада. Не знаю, как она называется. Так, ну мы с папочкой все время почти ходили. Да, мы были в медицинской комнате. Я видел только... Я видел только Вову и Силажика. Ну я пробежал... Вова пошел вниз, связь, насколько я помню. Я пошел влево, я уже все выполнил. Я пошел на камеры стоять. Ну тут или лаг этот получается. Подожди, а... А как же, ты камеры скидывал? Да, я только что встал на камеры. Короче, это Лагода, я признаю. Ну я вот только что подошел на камеру. Я тебя ударю, блядь, сейчас. Мы это не я и не Вася. Я все задания, блядь, почти. Остался один. Я этот реактор ебаный, блядь. Какое ты задание выполнял вот сейчас? Последнее задание, которое ты выполнил. Я снял проводки в главном. Я же сказал, я все это выполнил. Алло. Справа сверху. Я с правой стороны. Смотри, я побежал, я изначально. Мне кажется, это Тоха. Связи. Ну, потом я пробежал. Ты за что меня не любишь-то, блядь? Мне очень кажется, это Тоха. Мне тоже кажется, что это Тоха. 100%. Потому что я что-то его нигде не вижу, блядь, вообще. Я, да, типа... Я не знаю, я думаю, что это Лагода. Он обычно, когда обычного играет, он сидит на камерах, когда все выполняет. Блядь, ну я посидел на камерах, блядь, меня запустил. Ну ёб твою мать, два трупа, блядь. О, ясно, блядь. Ну, что ж. Ну, что ж. Победа или нет? Что ж. Что ж. Если не побед, значит Лагода.
Ну, можешь меня кикать, но я не, типа, нет. Ясно, блять. Можешь прям фаст пикать, юзай. Я не трейд. Ну, тогда лаг, да, все, и ласт. Давай, я пойду пока что занимаюсь. Чё-то у меня теперь ощущение, что это силажик всё-таки. Я говорю, можешь ебашить, типа. Подождите, стоять, надо разобраться, мне кажется, это силажик. У меня все задания, блядь, пробежал Лагода, блядь, а потом были подозрения на Тоху, блядь, у нас по очереди, либо начиная с Лагода, либо с Тохи, мы кикаем, и мы... А вдруг Ломака второй был кентик? Ты чё, ебанутый, что ли? Вась, ты как бы думай, да? Вот, ну я бы... Что думай, алло? Ну ты странную хуйню сейчас сказал, блядь, перед голосованием. Какую... Вы еще ебанутый. Ты прям обрадовался, что мы будем лагать. Я не обрадовался, абсолютно спокойно сказал. Ну-ка. Не, я чист. А кто второй был? Кто второй был? Это полный хуй. Ломака, да, Ломака. Ломака, Антоша и Силан. Антон и я. Не-не, Ломака. Хес, это полная хуйня. Хес, на меня не было ни одного подозрения. Тох, это ты был? Блядь, я тебе говорю, да. Я когда про Лагоду начал говорить, такой, да. Ты у меня будешь умирать первым в каждом раунде, когда я буду трейдером. Просто, блядь, по интонации твоего голоса это понял. Я абсолютно спокойно. Хес, ты стол, Хес, ты стол руинишь, и у меня такое ощущение, что ты чат чекнул просто. По интонации голоса, блядь. У меня такое ощущение, что ты долбоёб, вот что я могу сказать. Вот. Найс, типа, Ломака бегает за мной, нихуя не делает, блядь, я руиню стол. А чату откуда знать, кто нахуй трейдер? Не, в любой непонятной ситуации... Я руиню стол, Ломака, ребят, блядь. В любой непонятной ситуации Лагода виноват. Это я руиню, блядь. Сам вкидываешь Ломака, в Лагоду, который в итоге оказывается, блядь. Я пока отошел играть без звезды. В любой непонятной ситуации Лагода. Задание делалось одну секунду, я специально их не делал, делал с... А кого не хватает? Чтобы Вова сначала... И потом он со мной бегал и делал бы задание. Я сказал... Погнали, блядь. Сука ебаная. Бля, главное, сука, чтоб я не с двумя трейтерами был. Давай, последний метеорит, блядь, всё. Окей. Так, выполнено. Опять нихуя не делает. Тугар? Иди нахуй, уёбище ебаное, блядь. Я твой рот ебал, понял, сын хуйни, блядь, ебаный. Пошёл в пизду, блядь. Хуль ты винты спрятался, уёбище, блядь. Туда его. Сука, ты заебал уже нахуй. Туда его. Чё произошло-то, блядь? Я нихуя не понял. Отгадай, нахуй! Ну, всё понятно, блядь. Ломака. Ломака! Я в ахуе, блядь. А он вот был и... у навигации. Он опять нихуя не делал, блядь! Понятно, Ломака, ну, кикай. Вот я тебе за просто так, за то, что ты меня кикнул, блядь, в прошлый раз. Я тебе говорю, я тебя из игры сейчас выкину, сука ты, блядь. Не сможешь... Кика сказал. Одной кнопкой человеку жизнь сломал. Давай, Ломак, нажми там куда-нибудь. Сейчас, давай. Блять, вот ему нахуй нравится руинить, блять, нет? Ну три раза человек играет! Вы что, ебланы, блять? Ты меня кикнул. Четыре раза играет, блять! Ломак, а кто твой друг? Скажи. Мой друг — это Сила. Это пиздец, я вообще в ахуе! Я вообще в ахуе, блядь! Типа, они серьезно выпустили новую карту, но не пофиксили рандом? Рандома как такового не существует, блядь! Понятие рандом в математике, его нет, блядь! Ничто не случайно, блядь! Разве что ты мог случайно в ёбочь кому-нибудь заехать. Ну, блядь, неужели можно было скрипт нормально сделать, блядь? Я, блядь, вообще в ахуе, блядь. Хесуса нахуй мочите, блядь. Это пиздец. Как эту карточку ебаную провести, может кто сказать мне? Я просто ничего не понимаю. Ух.
О, ого, с 90-го раза, блядь, получилось. Ух ты, плавнее, блядь, еще как-то, пиздец. Ему нравится меня раздражать, блядь, вот это вообще, вот у него удивительная пассивка есть. Просто раздражать меня, блядь. Иисуса ебанули. А, найс. Кто? Где саботаж? Слева кто, был? Кто репортнул? Я нашла. Я бежала саботаж этот. Почините там. А ты как бежал? Я с Антохой, перевернулся, и он дальше побежал. Я, короче, поставила на камерах, потом пошла вниз. Говорит, да я поиграть хочу, блядь! Я просто хотел поиграть! Я сделала, побежала обратно, потому что... Ну вечная игра, это симулятор привидения, блядь! А какое задание было? Там саботаж был. Нет, это задание какое было? Ну там... Надя еще раз говорит, она бежала туда саботаж. Типа нет, последнее было в электрике. Нет, она говорит, задание выполнено. Сука, это не смешно, парни. Парни, я понимаю, это смешно со стороны. Но это нихуя не смешно. Как только началось. В смысле? Я уже почти... Я все задания выполнил. Я вас проводочки сделать за эту катку. Нет, проводочки... У меня это было предпоследнее задание. Осталось последнее. Так, а какие ты выполняла до проводочку? А, я бегала сначала вверху, выкачивала задания, потом... Ой, задания. Данные. Потом побежала там, где карточку проводить, там вкачивать их опять. Потом провела карточку, потом, по-моему, кого-то... А, потом я Боба вроде нашла. Лёлю я в электрике видела, она в электрике ещё выполняла задания. Да, в электрике еще выполняла. Не знаю, я не успела... Я не успела сделать... Я не успела сделать второе задание в электрике, там кого-то убили или еще что-то было. Побежала потом после этого раунда доделывать. Мне просто прикол в том, что я бежал... Да это Алина, туда, ну! На этот самый, на саботаж, чтобы его выключить, и его уже репнули. То есть там чел стоял, сверху бежал. Со мной снизу еще кто-то подбежал. Блять, и еще кто-то был. Я готов, помню, я готов сыграть в кучке. Я готов сыграть в кучке, но... Меня и в кучке ёбнут, блядь! Ты даже не могла вспомнить, что ты выполняла по заданиям. Так я только что тебе сказал, что... Mind Games, блядь. А, я два раза понимаю. Ага. Понимаю. Чё ты ржёшь? Лёлик. Да, блядь, выкинули лагоду, блядь. Лёлик. Вот, да что ты злишься, я тебе просто скилл инвиза накинул. Пошел ты нахуй! Ребята, я так пиздить хочу сильно, пиздец. Мне так мочевой пузырь раздулся. Ой. А ну-ка, Ломака в чате есть? Посмотрите, пожалуйста. Если есть, блядь, я ему сейчас нахуй и выпишу, блядь. Еще нахуй напизжу на него. Хуила ебаная, ты еще и стрим-снайпер, бля, ебаный, понял? Ты урод ебучий, бля. А что я снайпил? Воу, я всегда трейдером был. Сука ты, понял? Жестко ты его, бля. Жестко. Сука, как-то смешно вышло, блядь. Сука. Сука, ты понял? Ой, блядь, да сука, я его просто по КД буду ебашить, мне похуй. Просто, блядь, даже если он мирный, выкидывайте его нахуй. Этот человек не умеет нормально играть, блядь. Не пизди ты. Либо он сидит, ходит за мной, как уебан. Смешно тебе, блядь? Смешно тебе, дураку, блядь, что нос на боку, понял? Нихуя я выдал, да, блядь? О, у тебя что там под рукой какой-то... Блядь. Лёлик, ебаш! И прыгай винты. Хесус, блядь, сука, вот как нахуй... Как похуесоситься со всеми друзьями? Включи, блядь, Among Us, нахуй. Блядь, и все, успех найден, блядь. Просто начни на всех орать, как еблан. Чё, блядь, смешно тебе, да?
Блять, вот он такой человек, сука, с подковыркой, блять. Вот знаете, вот если бы мы вот сидели бы, играли бы в какую-нибудь игру в жизни, да, в мафию. Я бы, блядь, брал у него такой. Сука, это ломака, блять. Вот он такой человек, блять. Вот хуй ты его знаешь, блять, что он выдаст, блять, потом. Когда три раза. Ну то он такой, блядь, глистый ебаный, блядь. Он из любой ситуации вот так из жопы вылезает. Тихо, давайте синхронно. И не докажешь, что ты в жопе, блядь, был, нахуй. Он, вернее. Ясно, и все съебались. Да пикните вы, блядь, голосование, кикните лёлик и закончим игру. Пойдем тиктоки смотреть, вообще имба. Какие тиктоки, блядь? Мне дадут поиграть сегодня или что, блядь? Я уже все в пизду, блядь. Где этот старый? Я сейчас ему... предъявлю. Надо ломаку выкинуть вообще, я считаю. Саша, что? Ты сам на меня пиздишь, умираешь от меня, а потом такой, ты зачем меня убиваешь, блять? Я полетел на край света, мне похуй вообще. Так. Давайте, кто быстрее. Бля, надо в пятницу 13-ю сыграть. Тогда кнопки быстрее. Не-не-не, до другого конца. Алло, слышите? 3, 2, 1, слышите? Пошли. Слышите? Пойдем в пятницу 13-е. Ой. Трочилку? Прям сейчас? Нет. Завтра после рулей. Пойдете, нет? Ну, можно. Пойдем. Я даже забыл про эту игру совсем. Пока чел в чате не написал. Что она есть вообще. Она на моем аккаунте, блядь, не работает, кстати, играет-то. Почему-то. Ой, я выиграл. Что случилось? Лёлик, ты была? Я задание выполнил, ребят, сори. Блядь, Вова! Кто был? Я заметила случайно. Я. Слушай, я на самом деле честно все задания прокомментировал. Вася, долбоёб, блядь, сука, чисто каблучком придавили, блядь. Ну да. Я чувствую это самое. Старые пожилые яйца, блядь. Ах ты, сука. Взял меня, убил даже. Давайте завтра в пятницу 13-е ебанем. Все, спасибо за игру, я заебался. А хотя, стоп, когда завтра-то ебанем? Какой завтра, четверг? Послезавтра. Ты, блядь, у тебя все завтра, ты как вообще? Завтра. Так у меня расписание плотное вообще, а? У него яйца плотненькие, конечно. А у нас Хесус это за 10 человек, блядь? Ну да, а чё? Ты что, тупой, я говорю, в пятницу 13-е. Тебе нет смысла подругаться, что я игру! Я говорю, игру! Тебя нет, без меня ты никто. Нихуя ты старый, блядь. Нихуя ты, блядь, уделал, гандон. Ну все. Так вот, я тебе поясняю, долбоёб ты ёбаный, блядь. Я говорю, в четверг поиграть в пятницу 13-е. Ты знаешь, что это игра такая, блядь? Я тебя понял с первого раза, дурак, блядь. Да как он в четверг поиграет? Пятница, завтра четверг. Что, блядь? Он никак не поиграет, я не ему говорил. Че вы вообще приебались к Хесусу? Так в пятницу или в четверг? Нет, мы поиграем в пятницу, пятница 13-е. Правильно? Нет. В пятницу ты играешь со мной в Enlisted, сука ты! А, не, вообще-то это в субботу, дурак, блядь. Хуяли в субботу, блядь. Enlisted в субботу. Ну мы же 17-го играем. Пятницу ты играешь без Хесуса. А с кем? Один. С Гвином и с Таней. Все, без меня никто. Ну, удачи мне залутать в субботу онлайн, блядь. Извини. Ребят, пойдем. Значит, в субботу в пятницу 13 играть. Да, в субботу, так, в субботу у тебя тоже Enlisted. Чего, блядь? Чё за подстава, нахуй? Погодите, блядь. Со мной. Блядь, это... воскресенье тоже. Нет, воскресенье нет. Во, воскресенье. Так, блядь, плотненько. Когда в пятницу 13 поиграем, скажите, пожалуйста, блядь. В пятницу, скорее всего. Нет, в пятницу он Enlisted стримит. Ну, можно после Enlisted. Ну, Enlisted же до 10. Ну, вот именно. А я пока после 3 часов Enlisted, блядь, это вообще нахуй забей. Там вообще ни в чё играть не хочется, блядь. Не, после... в плане того, что слишком много в игру играть. Да, да. Чтоб мозг отдохнул. Козявку будете? Военная тематика такой. Кейк, Enlisted, кайф. Так, Кейк, ты идешь? Пошли со мной. Так. Сак. Стак. Не, там Гитман.
А, ты с пожилой гвардии, с пенсионерами. Ну, я понял, кого ты выбрал. Не, ну, хоть забирай. Переманивай. А мы можем друг против друга там ебануть? Ну, это, наверное, какой-то закрытый лобби надо ставить, да? Хрен знает. Там можно против стак и стак на стак играть? Ебать, ты придумал. Стак на стак на стак. Стак на стак. Стак на стак. Стак, стак, стак. Там пожилая гвардия. Бля, пожилая гвардия скоро весь твич захватит. Слышь, чё, пожилой гвардия. Я уже, блядь, пожилой гвардии. Основа, блядь, пожилых людей. Ебать, когда информация, мы, когда мы в пятницу, блядь, 13-е пойдем играть? Я, блядь, пытаюсь когда понять. Когда ты не будешь играть в анлисты, получается. Сука. Ребята, в воскресенье мы будем играть в пятницу 13-е, а завтра мы будем ебашить на руле. Но завтра стрим будет недолгий. То есть короткий. Почему у тебя в информации написано в стриме там Among Us, общение и инлист? Ну вот. Кстати, да. Канала, блядь. Че за хуйня? Что еще раз у меня? У тебя информация, братишки, нов, да. В стриме там Among Us, общение и инлист. Но это так автоматически создается, да. Нихуя. Смотрите, вы косые, блядь. У меня написано, что я черт. А если ты фильмы смотришь, так и будет написано? Смотрит фильмы. Да нет, там будет, там just chatting будет написано только, блядь. Блядь. Ладно, кто у нас стримит, блядь, я заебался. Сука, я не пойду больше в это говно играть. Я ебал кто в рот стрим? Ломаку, в принципе, и все мне. Как бы тебе сказать сейчас, кто стримит? Мне надо нервы подлечить, потом уже идти в нее. Кто играть стримит? Ломака, пошел ты нахуй! Кому угодно, рейд, только не ломаки, блядь. Давай мне тогда, похуй на ломака. Ломака, у ломаки день рождения. Че, реально? Канала. Канала. А, канала. Какого, блядь, из пяти, нахуй? Ты еблан? Нет, ты еблан. Все, успокойся, извини, Вов, извини, ладно. Вот прошу, видите, прощу. Вот видите, сука, вот такой глистый, ебаный, блядь, и что ты можешь сделать? Он как бы говорит, извини, но при этом ты понимаешь, что у нас контекст, сука, ты, Вов, блядь. Вов, ты такой красивый, дай рейд. Извини, пожалуйста, дай. Ладно, ломак у тебя ломака или что у тебя, сосака, блядь. А, Вов. Адмирал Сосак. В общем, спасибо за игру всем, как говорится. Да пошел ты нахуй, ломак, подрубай. Я только под конец разобралась, что делать надо.